В настоящее время некоторые предприятия, а также индивидуальные предприниматели из-за многочисленных долгов находятся на грани банкротства. В свою очередь, это влияет на экономику страны. Это обсудили на специальном заседании при участии представителей госорганов. Подробности в следующем материале. В информационно-пропагандистской работе приняли участие представители Департамента юстиции, частные нотариусы, ЗАГС, сотрудники регистрации юридических лиц, а также Союз казахстанских оценщиков. Собравшиеся рассказывали об исполнении закона и о внесенных изменениях. Одной из задач и обязанностей органов финансовой полиции в пределах своих полномочий является предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие, расследование экономических, финансовых и коррупционных преступлений и правонарушений. Правовая основа деятельности органов финансовой полиции – это Конституция Республики Казахстан, закон об органах финансовой полиции, закон о правоохранительной службе и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан. По словам организаторов, это отчетное собрание по исполнению законодательства. Цель данной встречи не только проконтролировать исполнение закона, но и предпринять конкретные меры среди должников по выплате денежных средств государству.